Погода-то какая? А как не сушка? Вот у меня было 5 секунд. С открытыми окнами ездили. Не, просто помню. Не помню, в москвиче, по-моему, печка была, но... Не работала. Нет, работала, в ноги тут. А так, слезаешь зубой. Типа, прекратите дверь выламывать. Да. Это что, надо скинуть?
авария какая-то. Авария. Потому что нужно внимательно ездить. Хотя вот будет спать за рулем, тогда разобьет машину. Не будет, не разобьет. Рак написано. На номере. Thank you.
государство мало экономический театр посещает. Там реклама. Так что ж. Куда он там? Страночка? Ну, я не знаю. Сам что-то построил. Гнешься всяко. Посиди спокойно. Не спокойно. Сейчас есть будет. Мамину машину перекрасили. Так ну сейчас много стало. Лёша, одевай же обувь, сейчас там отберет. Что там, без обуви что ли? На пешеходнике остановился, куда вот лезет еще, а? Смотри. Ладно остановиться, догадался. Нет, как в щель забрался. Кто? Мудрец. Сложно догадаться, что останавливаются на пешеходнике не от скуки. Что-то различное. Хороший.